Факты про корейские школы, которые ты точно не знал. Никто не пользуется корректором. Тетради размером листа А4. Домашку ученикам выдают на отдельных листочках. На уроках музыки все учатся играть на блокфлейте и ксилофоне. Во сколько лет ты узнал, что? В среднем человек пукает 14 раз в день. Цветы растут быстрее, когда играет музыка. Если не учить физику в школе, то вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. Факты, в которые сложно поверить. Самец пингвина, влюбившись в самку, обыщет весь пляж в поисках идеального камешка, который он преподнесет ей в качестве подарка. Люди, которые только что съели бананы, привлекают больше комаров, чем другие. У женщин в два раза больше болевых рецепторов, чем у мужчин. Однако женщины переносят боль гораздо лучше, чем мужчины. В такие совпадения сложно поверить. Девушка в магазине увидела жвачку, которая очень похожа на ее ногти. Три мужчины, сидящих в автобусе, выглядят, как будто это и есть один и тот же человек. Когда люди играли в теннис, мячик случайно застрял в ракетке. Платье на этой женщине выглядит так же, как обшивка на сиденьях в автобусе. Ты не поверишь в реальный размер этих вещей. Ты часто видел черепах на картинках, но знал ли ты, что черепахи бывают вот такого размера? Это цепь от морского корабля в сравнении с человеком. Вот так она выглядит в сравнении со взрослым моряком, и ее размеры поражают. А что насчет кота джунглей? Какого он размера? Вот так он смотрится в сравнении с обычным листком дерева. Он весит менее 1 килограмма. Айсберги выглядят довольно большими, но... А что если я тебе покажу не его верхушку, а часть, находящуюся под водой? Если вокруг солнца появилось кольцо, немедленно ищите себе укрытие. Кольцо вокруг солнца. Это явление называется гало. Гало предвещает снежную или дождевую бурю. Поэтому, если вы это увидите, немедленно бежите в укрытие. Также не смотрите на гало незащищенными глазами. Из-за сильного ультрафиолетового излучения ваша сетчатка может быть испорчена и ваше зрение может испортиться. Если наденете солнечные очки, можно смотреть. Это явление длится примерно 40 минут. Никогда не подбирайте вещи на улице. Никогда не поднимайте чужие сим-карты и не вставляйте их себе в телефон. Потому что вам могут звонить незнакомые люди. А также, возможно, у человека, у которого была ранее эта сим-карта, были какие-то долги или неприятности, и вы это себе все вставляете в телефон. 5 признаков того, что вы гений. 1. Вы ложитесь поздно спать. 2. Вы очень ленивы. 3. Вы очень любите животных. 4. У вас серые или карие глаза. 5. Вы сомневаетесь в том, что вы гений. Ты не захочешь есть этот продукт после того, как узнаешь, из чего его делают. По мнению некоторых, в мороженое со вкусом ванили добавляют настоящую мочу бобра. Этот элемент называется кастореум. Когда бобры метят территорию, это тот самый запах, как вкус ванили. Что будет, если кислород исчезнет на 5 секунд? Все здания, сделанные из бетона, могут рухнуть. Мы можем потерять слух из-за высокого давления в воздухе. Океаны могут высохнуть и превратиться в пар. Сладости, которые запрещены в Америке. Киндер-сюрприз, его там не продают, потому что были случаи, когда дети вместе с шоколадом проглатывали игрушки. Шоколадные хлопья Несквик запрещены тоже в Америке. Чупа-чупсы тоже не продаются в Америке, но там есть аналог Лолли-поп.